с 29 декабря полнона остолбинага, Кадыров Рамзан Ахматовичу, Апти Алауди Наву, Кадыров Хасмамаду. В Сирии они находились 5 года, но без родителей они полгода там находились. Декабря, да, надо, да, лететь. С декабря месяца мы старались их вернуть домой, так как они попали в лагерь Холь. Истощение у них, слабость у них. По ним видно, как они. Ей почти 3 года, но ей не дадут 3 года. Они почти 3 месяца на траве сидели, траву кушали. После этого они в палатки попали, там чуть легче им было. Теперь, альхамдулилла, они дома. Что будет? Все самое хорошее, иншалла. Сегодня дети возвращены, семья Улыбаевых. Так как у них очень такие вот, они прожили очень таких жутких условиях. Неоднократно они обратились к главе республики, Чеченской республики Рамзана Ахматовича. В дальнейшем с ними будут работать врачи, психологи, будут длительная реабилитация в самых лучших учреждениях Чеченской республики. Поручение главы республики сегодня во главе с руководителем администрации, главы правительства Чеченской республики создана группа. Вот, туда входят все министерства, ведомства, в том числе и силовые вот, структуры, и отдел опеки и попечительства, уполномоченный по правам ребенка и другие структуры, которые задействованы в этом деле. И, соответственно, мы работаем. Не только наших, и других регионов привозят сюда и переводят. И, соответственно, мы их отправляем в уполномоченный президент Российской Федерации Анны Кузнецова тоже. Вот. Ну, это хорошее взаимодействие. Но как в Чеченской Республике, в других регионах, как такова налажена работа по этому поводу не ведется. Поэтому они все вот, как бы у нас спрашивают, у нас вот это учатся. И в дальнейшем будем возвращать наших детей из зон боевых действий. Вот совещи звучит, да, и берешь, что даваш. Хох дюня на трансон хазрехти хатрон. Далтрон буретом хилахошца, цей дайна не цадуритня, прайкритня рош, цу дия боли тюрбацер. Таран тхадуахин дуагдах, мур илу, цик дуэзал дахажин. Иш му буретор буха ахош, ла алош, лично, ас буретор бацер, цей дуэзал. Ишт ах болон пырш, ишт баржан пырш. С ханни ден я не пожелала бы такой. Ни за что. Вы что? Да, вот има да этуали. Ше чуть дуэзалку, да, ваган. Таган дадуал, дак адуч. Дичху мадуч. Му лилар усагат.